Теперь Украина. Сегодня Арсений Яценюк потерял неприкосновенность перед депутатами. Истек календарный год работы его правительства, в течение которого парламент не может ставить вопрос об отставке. Отчитываясь о проделанной работе, премьер обратился к недовольным, мол, увольняйте, за кресло никто не держится. Но вскоре уже за самого Яценюка держался один из членов Рады. Я хочу вам сказать, вы затронули... Вынес Яценюка с трибуны депутата Олег Барна, уже исключенный из блока Петра Порошенко. Букет, который пострадавший не сразу выпустил из рук, предназначался вообще не ему, а однопартийцу Барна Николаю Томенко, у которого день рождения. Видимо, опасаясь повторной атаки парламентария со спортивным прошлым, Яценюк в финале уже не с трибуны, а из своей ложи поблагодарил Раду за работу над проектом бюджета и налогового кодекса. Неловкость в том, что оба документа приняты к рассмотрению уже после отъезда премьера. А весь день их жгли снаружи его противники. Они еще и разбросали везде морковь. Прозвище «Кролик» за Яценюком, наверное, уже навсегда.